state my case. I hold my tongue, I know I say something I regret. Don't blame me, just strike the match and walk away. Здорово, здорово! Привет! Пойду стрелять, чтобы успокоиться немножко. Буду убивать. Я бы пошла бы в Тарков, но он слишком человый. Да, те, кто идет спать, сладких снов, отдыхайте, булочки. Что такое? Что такое? Спасибо, Вудберг. Грустный финал Гова сегодня получился не грустный. Ну как не грусти? Обидно очень. Обидно. Так похорошевал. Привет, тепличка. Вот это поворот! Аркашенька, привет! Спасибо большое за рейд. Я решила весь свой гнев в шутер отвести. Спасибо огромное за рейд. Привет, чатиксы. Привет, чатиксы. Виновен Рога, и ничто не изменит моего решения. Все, виновен. Спасибо большое за рейд. Виновен. Привет, ребята. Обещал вернуться. Жестокая Софа? В смысле? Чё? Как? Ну, сейчас я буду максимально жестокой. Даже драйвовую музыку включила. Спасибо за фоллоу. Даже уши себе оторву! Спасибо, Аркаш. Ой-ой. Мне нужно оторваться по полной. Гнев. Может быть, ярость. И то, и другое. Ну, сейчас я, конечно... У нас есть средний. Я средний. Ну, давайте попробуем. Правда, мы не раскликанные. Ничто не изменит моего вывода, акционер. Название сменю, нет. Не будь злюкой. Emotional damage! Спасибо тебе огромное! Спасибо тебе большое! У меня сейчас... Господи Иисусе! Спасибо огромное, ядрить. Очень много. Нас тут челы. Очень много задонатил. Надо потрогать. Все, отходим. Если что, отлетим наверх. Если что, жду сверху. Совчика будет попадать? Берите. Куда хотите. Наверх не надо. Да там же враги. С ума сошли. Ну блин, мы в очень невыгодном положении, товарищи. Ну ты чего? Ой, я сейчас сдохну из-за вашей глупости. Ой, дерьмо. Да, я сдохну. Зачем они туда понесли? А у нас сзади была точка. А, сзади точки не было, чтобы сдать.
кассу. Они только вперед могли. Ну давайте захватывать. Черт, подери, как эту метку поставить? Ты ее просто. Сюда, короче. Дорогу преследует. Музыку нормально слышно. Чела видела там. Там еще один наверху, я видела. Анализируем ситуацию. Ай, а потолок было больно. Я, да... Йода, блин! А, это чужая турель. Ну, Арчи позаливал. И тебе немножко залью. Чего нет, то, читерсон. У меня ЗП-12, алло. Спасибо огромное, emotional damage. Что такое? Надо переставить. Спасибо тебе. Блин, тут эта стенка. Ядрить. Да ёпрасоте. Ладно, пускай будет так. Спасибо, Мошуна. Спасибо огромное. Ай, все плохо! Отступаем. Какое было хорошее место только что. Ну ладно, пойдет это. Справа, правда, могут обойти. Я возьму одну штучку. У нас мертвец. Все, нам нужно забрать эту кассу. А, мы уже забрали. Ах ты, жопа такая. Дождался меня. Рога сраный. Привет, Мишвен. Интересно, они за мной придут? То, что медальку мне бы не хотелось. Навряд ли они за мной придут. Думает, и тяните. Я использую. Чтобы не было тимвайпа. Если будет тимвайп, это минус 30% от дохода от кассы. А это соревновательное. Ой, блин, 30%! Тимвайп! Ил! Нет! Я хотела поставить, чтобы наверх! Гигамов не получился. Почему он встал так? Он должен был наверх. Ну какого черта, блин? Да, тут в игре не отпускают враги. Если они присосались, то это все. Где? О, за стенкой, но он не наш. Он не наш. Все, не наше. Но мы пока на втором месте, правда. Давайте потрогаем этот. Не хотите потрогать это? Господи! Что ты так пугаешь, блин? Плюс 1000 за то, что мы потрогали его. Главное не помереть. И мы можем отнести туда. Ой. Я возьму на себя эту задачу.
Пускай забирают. Сзади. О, нет, невидимые роги. Черт. И главное коснуться в самом начале, ты получишь денежку. Преимущество в том, что они первые вставят, это только ориентирование всяких примочек. Но. Тут, кстати, место такое. Можем сразу на Д. Не получилось, да? Блин, твою мать. Давай! Давай! Турелька за тебя! Спрячься за нее! Почти допрыгнул. Почти. Турелька за тебя. Психует. Молодец. Ну у тебя же... А, у него... А, нет, у него же есть трапедница. Торпедница. Ломай их полностью, молодец. Не меня! Хорош. Моя очередь. На балкончик. Да как же вы достали, черт! Ну я одного резнула. Минус 30 у нас... А, мы уже в жопе, все, мы не прошли, по идее. Но у нас время еще есть, но судя по тому, что там происходит, мы не пройдем. Я лучше буду независимой и буду бегать за маленького. Ну за что меня? Туда не пробраться? О, пробраться. А у него рывки. Я лучше маленького возьму. Но не страшно, у меня все равно Сильвер. Я лучше возьму маленького. А нет. Если мне повезет с командой, я возьму невесту. Игра The Finals. Не нужно деть свою злость, свою ярость, свой гнев. Я решила пострелять за себя и за Аркашку.
начинает! Все. Мелочь. Прыгучий маленький рога. Все. Только не гонитесь за ним. Ну, молю вас, ну, пожалуйста, ну, ребят. Ну, я ж знал, что так будет. Твою мать! Три хп! А вы же хилеры? Спасибо! Спасибо! Ой, сколько у нас тут дырок разных. Отверстий, через которые можно пройти. Давайте я хоть один прикрою. От греха. Сверху, сбоку, справа, слева, прямо. Ты выстрелил? Если ты это выстрелил, то я зря купол потратила. Все наше. Теперь никакого тимвайпа, ребята. Погнали. Все, стоим тут, прохлаждаемся. Забирайте. На куда хочешь? На D или на C? Хочешь умереть? А я смогу? Эй! Да. Тут где-то розовые. Чего без войса? А зачем, если есть метки? Метки обо всем говорят. Если ими пользуются. Ребят, ну тут тупик. Здесь себе забить. I don't have power, а хила нет. Поднимаешь? Хорошо. Все. У нас целых два. О, нет, в спину напихали. Как играется? Все хорошо, Лакнар. Это рандома. Да. Спасибо большое. Нашего убивают. Поднимай пока. Скрылся там. Это он уже здесь. Так, ребят, ну давайте возьмем два куба или один. Лучше один, на самом деле. Потому что тут будет... Блин, я застряла! Нет! Ой, я в стене застряла. Тут сейчас будет такое месиво из этих двух кубов. Сейчас будет еще тимвайп из-за этого. Зря мы соединились с двумя кубами. Нужно один срочно уносить отсюда.
посрать на два. Блин, смерть. Это Team White, ребят, убегай нахрен. Да, уходи, пускай относит. Это самый лучший выбор. Мы реснемся. Или пускай они уйдут, а ты нас реснешь. Я в соло играю сейчас. Лучше товарища поднять. Ну, спасибо. Куда? На Д пойдем? Давайте на Д. Ну ты чё, блин? Товарища не ждешь? Вам нужно С. Хорошо. Хорош. Они опять на лифте? У нас же есть здесь. Давай я тебя сниму. О, нет, меня сейчас снимет мелкий. Я же большая. Давай, не, нормально, меня подхилили. Где этот звездюк? Он там. Мы все равно прошли, мы молодцы. Игруха мне нравится, динамичная, привет, Стэндикс. Мне по кайфу. Прошли следующий, это рейтинг. Я думаю, сохраняется. Ой. Она недавно вышла? Ну как недавно? Там бета-тест еще был достаточно долго. Ну, наверное, по сути, недавно. А, да, игра классная, ты в соло, без стима. В данный момент без. А так я в Дискорде частенько с чатом играю без стрима. Я на стримах играла. А сейчас я на расслабоне, могу и с чатом поболтать, и пострелять, отвлечься. А что же сегодня очень загрустила. Очень эмоциональный был денечек. Лакнар, я думаю, через часик мы, может, спать пойдем. А в Дискорде я сегодня не буду играть. Посмотрим. Я сейчас с рандомами хочу побегать. На расслабоне. Я промахнулась. Твою мать! Все нормально.
Мы успели? Нет, мы не успели попробовать. Все, в принципе, на самом деле, можно и не забирать. Я, у меня сейчас сильвер. Цель увидена. О, забираем. Правда, товарищи могут прийти. Они смогут запрыгнуть, если... Хотя нет, наверное, смогут. Надо сбоку поставить, чтобы укрываться. Снайпер, это проблема. Надо понять, где снайпер. Скорее всего, на кране будет. Вот это поворот! Чивей, спасибо большое за рейд. Я уронила снайпера, но он еще придет. Я тебя вижу, гад. Вот зачем рашишь под снайпера? Вот нахрена ты лезешь под снайпера, дружище? Я горю. А все началось со снайпера. А зачем? Зачем на него вылезать? Если что, выстрел снайпера практически пол хп у большого чела забирает. Они средненькие. А забрать, кстати, эту платформу очень непросто. Потерять можно, забирать нет. Поэтому нужно максимально стараться сейвиться на ней. Вот мы, возможно, сейчас и не отобьем, поэтому логичнее идти на Б. Мы потеряли точку. Может, вы будете ждать своих? Спасибо. Их толкнуть. У него есть на четверку реселка. Лучше реснуть второго. Конечно, если у него будет такая возможность. Но нет. Если мы сейчас не соберемся, мы вылетим. Трек классный. Поехали на Аляску, а? Ну, если ты нам с Лешей оплатишь проезд до Аляски, еду и все такое, то поехали. А еще... Отель для Луночки и Пирса обязательно. Уже забрали. Ниной. Двоих? Молодец. Да неси, неси. Зря. А, нет, может... Хотя он же может припрыгнуть. О, нет, надеюсь, он туда не отнесет. Реснуться. Это, походу, проигрышная. Я возьму мелкого, чтобы не зависеть от них и доносить самой. Луночка — это хаски, а пирс — это кот.
Как прошло с орком посота? Учитель пал в данже. По вине Роги! Я буду так считать дальше. И мое сердечко было разбито. А вот на фиолетовую я не ожидала, что наткнусь. Молодец. Спасибо. Товарища возможно поднять? Что ли? Да ядрить. Уже другие подсосались. Говорят, ты проплатила Рогу, что? В смысле проплатила Рогу? Хотите подвижную? Можем попробовать. Но это будет ой, как тяжело. Ой, как тяжело. Тебя, что девушек обижаешь. Он меня перестреляет сзади. А, это мина меня убила. Эх, духовно достал. Как в Звездных войнах. Да наших здесь еще вообще нет. Так, еще напихивает снайпер где-то. Мы точно не успеем. Твою мать! Но мы проиграли все равно. Там 16-15 секунд осталось. Возьму маленького. А то я завишу от средних. О, мне еще плюс 45. Все. Я возьму мелкого. Смогу более-менее расслабиться. Я постараюсь убивать. На среднем я играла в первый раз, вот, когда мы зашли. Я была на среднем с турелями. Я еще на мелком не бегала. Нравится, Лакнар? На большом больше не хочешь? Мне большой нравится? А мне все нравятся. Монако. Снайперы тоже будут. Значит, моя задача снимать еще снайперов.
Пока надоело, от среднего на мне больше пользы. Так ты и на большом на тебе больше пользы, Лакна. Не наговаривай на себя. Ты очень много киллов делаешь. Неужто в мелких все? Фух. Может, возьмешь большого, не хочешь? Не хочешь. Это очень плохо. Это очень плохо. Он лучше бы на среднем был бы. Хотя нет. Ладно, нет, хорошо, молодец. Просто у этого мелкого, скорее всего, инвиз, как у меня. И в итоге будет бежать средний, а вокруг никого. Точнее, мы будем, но мы будем невидимы. И видно будет только его одного. Отстой. У мелкого тоже инвиз. Главное коснуться, главное коснуться. Друзья сбоку увидели. Видите, с одной тычки умирает мелкий. С одного дробовика. Ну я выиграла нам кассу. Ой, зря, уходите нахрен. Я резнусь. Не зря. Страшно. Ах ты скотина. Следил. Он ждал у фигурок, чтобы сделать тимвайп. Не, ну вообще правильно. Куда можно на А пойти, если мы будем рядом? Хотя они перетяжки сломают. Да, они сломали перетяжки. Сможем ли мы забрать? Неизвестно. Только если у среднего есть батут. А нет, тут рядом есть. Пойду через крышу. Почти помер. Буду ждать своих. Привет, кровь. Мины, да. Я их не трогаю. Я в стеночке. Они могут через крышу пройти, поэтому лучше тут стоять. Минус. Правда, упала на этаж ниже. Ой, не семени, пожалуйста, не семени. Не семени, пожалуйста, так, не семени. Остановись, я же нихера не вижу. Ну что ты такой дерганый? Ну, ядрить, ну я ничего не вижу. Да, господи. Таркова сегодня не будет. Я его остановлю, только если у меня будет инвиз. Я его остановлю.
Да господи Иисусе, свали нахрен. Ой, я сейчас походу свалю нахрен. Ну я забрала двоих. О нет, нет, давай переиграй его, пожалуйста. Нет, их двое, уходи. Но у нас была касса. Что мы можем? Если рядом здесь, то можем над этим. Открытая территория, они только забрали. Какая у них защита? В принципе, говна накинут, они сами задыхаются. На Д. Все возможно, тем более их рашат, они уже слабенькие, и те, кто рашит, тоже слабенькие. Если мы подойдем... Мою мать! Спасибо. Иногда моя электрохрень подводит меня. Такое бывает. Лучше иногда ей не пользоваться. Абсолютно. Я горю, я горю, я полыхаю, я горю. Я на мини упала. Но я забрала несколько. Спасибо за фоллоу. Забей! Турель! Вы сейчас кому-то будет вкусно, придут, заберут. Вот. Фиолетовая. А турелька их была? Да. Вот их турелька нам и нахлобучила. Попробуй еще раз. Еще эти пришли. О, божечки. Фиолетовым повезло. Можем успеть сюда, но не... Фак. Если у нас нет батута, мы можем постараться уронить эту конструкцию. But I don't have бомба. Не в нужное время, не в нужном месте. У него тоже не в нужное время, не в нужном месте. Спасибо большое. Спасибо, Вудберг. А что в донате еще можно сказать? Хорошие игры, что ли? Спасибо. Спасибо большое. Ты тоже помираешь часто, я смотрю, товарищ. А, это ты, господи, не пугай меня так. Опять сдох. Спасибо. Дела у нас плохи, товарищи. У нас 16 секунд, и сейчас кто-то не сдаст куб, мы просрём. А навряд ли его сейчас кто-то сдаст. В
Так что миг нокаут. Но я все равно хочу на мелком. Я, кстати, на мелком сделала столько же киллов, сколько на большом чел сделал. Так что я молодец. Спокойной ночи, Кити. Привет, Габачу. Ну, у меня рекорд 19. Надо будет когда-нибудь его побить. Привет, Редвайн. О, Дангар Секира играет. Да какой я профессионал. Не, игра непростая. Тут нужно быстро реагировать на разные нахрен ситуации, которые ты не контролируешь. Адаптироваться очень быстро. Тарков, я после того, как я обоснуюсь на месте. Можно на мелком. Все, вы на двух средних. Даже одного большого не будет. Ставочки, у нас модератор пошел отдыхать. Спокойной ночи, Дэнд. Тема за Аркашу. С удовольствием. И Тарков и The Finals — это совершенно разные игры. С разным темпом игры. Тут сравнивать не нужно. Здесь полно динамики, даже когда ты за большого играешь. Да, Тарков человек. Расслабиться, переложить, подготовиться, прислушаться, остановиться, послушать. Здесь тоже надо на звук ориентироваться. Может, отчасти из-за этого я иногда не слышу, что происходит, у меня музыка играет. В большинстве своем-то это совершенно другая игра. Потрогать, потрогать! Сука. Наших принимают, что ли? Нет, все нормально. Ненормально. Принимают. Наши рассыпались. Чел. У тебя тут своя войнушка? Он уже убежал в другой район. Надо братану помочь. Я тут то потрогаю. Если успею. Поднималок нигде нет. О май гаш. Быстрей, еще быстрей. А-а-а! Наверху. 3, 2, 1. Черт! Уже потрогали, скотины. Вас всех вниз. Что, думаешь, я не пройду? Ах ты, скотина. Развернулся. Я понимаю всю свою ответственность. Я принимаю ее. Иду на А. Надеюсь, вы выживете. Я маленькая. Мне можно валить. У меня сложная миссия. Мне нужно донести до точки. Я этим займусь. У нас друг умер там. Ты будешь что-нибудь делать? Его поднимать? Твою мать. Что я могу? У нас гости. О, нет. У меня еще инвиз закончился. Это очень плохо. Эть!
твою мать. Что я могу? А, перестрелял! Я думала, что мне получится пенку накинуть, меня закроют и я чела подниму. Но я была на таком маленьком кусочке, что пенка упала. Сейчас мне нужна секунда. Короче, мне пора бы учитывать торпедницу в руках у других персонажей. Уже во второй раз нельзя вместе стоять. Секунда. Секунду спустя. Так что в игре целая секунда — это целая жизнь, блин, или смерть. Может, не успеем, ребят. Ну, тут все, как бы просто просрано. Привет, Эйничок. О май гад. Я за ним. Ты опаздываешь за своими товарищами. За ним его не отпустят, его захотят поднять. Черт, отойду-ка я. За ним идут его поднимать. Ты можешь меня тут оставить? Мина на нем. Он резнулся. Идем. Почему метки нет? Черт. Где наш друг? Он наверху. Пойдем. А зачем четверку-то нам нужна? Потрогать? Ладно, давай потрогаем. Пойдем на С. Вы хотите сами отнести? Куда вы хотите? На Д отнести? Он уже отожмут. Этот пистолетик, он отключает способности и парализует. То есть человек становится медленнее, не может нормально повернуться. Ну ладно. Блин, удобненько. Я не успею. Нет, неудобненько, все. Ну давай. Он как раз С захватывает. Но минус в том, что здесь открытое пространство. Аж. Блин, твою мать, чё на? Айо, барста! Ладно. И. А, еще подъемник сюда. Как повезло. Ой, как плохо. Ладно. Что вокруг есть? Еще балкончик есть, на который челы могут запрыгивать. Что ж. Пенка не слушается. Не очень хорошие у нас показатели. Ой! Лифт работал только что. Он меня заметил! Я случайно кнопку нажала. Спустил... Твою мать! У меня нет инвиза. Звездец, меня спалили. Я хотела спрятаться, но меня спалили. Надо успеть прийти. Хотя...
Розовые и фиолетовые сражаются. Мы должны прямо сейчас бежать. Захватывают уже. Поэтому я не люблю забирать. Ой, захватывать. Скотины. Да защищай меня. Давайте не будем, ну, ребята, давайте будем захватывать лучше. Мы же удержать не в силах. Кто меня стрелял? Команда идет. Твою мать! Не ушла. Под стелс руины украсть? Было бы все так просто, как ты говоришь, Федоренко. Потому что под руинами точно такие же стелсеры. У меня больше кивов, чем у них. Вот, под руинами тоже такие же хитрушки сидят, понимаешь? И тоже в инвизе. Ладно, еще одну. Сейчас приду. Твою дивизию! Ой, как некрасиво! Огнемет! Пойду подниму его пока. Да, Арчибальд пошел спать, и остальные модеры играют друг с другом в Дискорде. Мы вдвоем? Ой, черт! Огнемет! Я думаю, что мы горим? О боже! Как тут снайпером живется? На самом деле, неплохо. Если ты возьмешь инвиз и снайпера, то это прикольная штука. Но так как тут бои в основном контактные, со снайпой будет, ну, непросто. Вот, ну, с одной стороны, смотри, платформа, и ты можешь перебегать, снимать, но захватить тебе будет очень сложно, если начнут рашить. Thank you.
Блин. Черт. Все. Хорош. Парализейшн. Я задыхаюсь от нежности. Твою! Кто эту дырку сделал? Именно эту! Сквозь них меня прострелился. Удобно, кстати. Будем забирать. А как ее забирать? Давай так обойдем. А это возможно? Ой. Надо успеть. И есть. Будет неприятно. Будет сложно. Но мы справились. Две невидимки. Куда хочешь. Мы с тобой компаньоны. Ты и я. Как думаешь подняться? Пешком? Или на тросе? Почти получилось спустить. Я тебя поняла. Работаем. Оформляем. Я понимаю. Но никого не видно пока. Он взял ответственность в свои руки. Но нас так просто убить, капец. Мы такие тоненькие. Один плевок, и мы померли. Кого-то... Мне показалось, еще кого-то слышно. Защитить нам, конечно, сложно будет. Но мы можем. Можем, но будет очень сложно. Блин, она подвижная. Ядрить. Прыгай! Блин, было бы так красиво, чел! Но ты прежде всего. А где куб? Куб идет на Д. О, это ты, Трить. Отстаньте. От нас мы хотим быть вдвоем. Мы хотим быть вместе. Я не перестреляла. Я вот херово, блин, черт, навелась. Но план был хорош. Даже если бы я вставила эту штуку, мне пришлось бы спрыгнуть с платформы и его резать. Наверное. А нет, он бы жетон бы использовал. Но я, короче, лоханулась. Моя вина. Я не смогла вставить куб. Спасибо за фоллоу. Куда хочешь.
Метки-то оставь. На С. Нет, на Д хочешь ядрить. Разрабы умнички, да. Я за поддержку разрабов. Всегда. Можем спустить на первый этаж. Или... Братан. Братан, живи. Снизу. Ты даже не понимаешь. Все. В какой мы жопе. Твою мать. Меня и подожгли еще. Не вариант, но мы хорошо пострелялись, но мы походу вылетим, мы вдвоем еще. Не люблю донатную систему. В смысле донатную систему? Ты тут можешь не донатить вообще, Максим. Игра бесплатная. И подразумевает внутриигровые покупки в формате боевого пропуска или скинов. Если ты хочешь себе скины какие-нибудь прикольные, то за них плати. В игре не может быть все бесплатно. И игра, и скины, и все на свете. Я промахнулась. Вот. Если нас было бы трое, то мы бы, возможно, выиграли. Так что, а как разработчикам зарабатывать? Игру бесплатные скины бесплатные, боевой пропуск бесплатно. Тут что? Боевой пропуск, который я сейчас прокачиваю неистово. Успеть. На рекламе? Да. И тут внезапно доставка, одежда, здесь продукты, а тут баннер. Ну как ты это? Фига, хотел выбрать контракт, а нажал на одежду. Донат тут на геймплей вообще не влияет. Хочешь себе скины, покупай боевой пропуск. Хочешь себе другие всякие эмоции. Вот это, кстати, прикольная турель. Бля. Давайте посмотрим. Чек на смерть. Эмоция. Эмоция. Разработчики же тоже должны зарабатывать. Хочешь прикольный скин, покупаешь. Это никак не влияет на сам геймплей. Просто красота, косметика. Вот, ты со зрителями играешь? Да, конечно, но не сейчас. Сейчас я просто бегаю. А так я в Дискорде практически каждый день играю. Прикольно. Прям произведение искусства. Мрамор. Ух. Ну как блестит симпатично. Вне стрима, да, в Дискорд захожу после стрима, бывает, играю.
турелька вообще неоднократно меня спасала, Габачу. Классная штука. Стоп! Ладно. Окей. Окей. Я не понимаю, о чем ты, Максим. Какую систему? О чем ты? Игра бесплатная. Тут внутриигровая покупки, чтобы как-то развивалась студия, продолжала жить, платила зарплату сотрудникам, и дальше она как-то росла. Музыка? Сейчас скину, это мой плейлист. Сейчас скину. Держи. Мне должны были ответить по очень важному вопросу. Чего не ответили? Что ты, черт подери, несешь? Сразу моим вспоминает. Что у нас тут? Эксперименты, сюрикены. Сейчас будем проигрывать. По полной. Но я очень хочу на сюрикенах попробовать. Еще раз. Да. О, нет, они тоже двое. Выпало критический провал. Удачи нам. Чел. А. Ой, я продырявила, но ничего не взорвалось. Хорошо. Я успела, и... Кого бьют? Что такое? Ты кого-то видел? Моё. Я увидела. И не попала. Один умер, двое умерли. Я пошла. Я не хотела, чтобы была тимвайп, и я такая... Пацаны. Отстой. Получилось. Да за большими, блин, гнаться, конечно. Да, еще жопа. А можно мне? Какой-то я самурай-неудачник. Я вас поняла. А если... Черт! Твою мать. Еще второй! Добивай, добивай! Но у него же пол хп было! Он же родился с полу хп! Хорош, но ты умер! Под тобой, под тобой, под тобой! Под тобой, ну под тобой! Че, ну под тобой! Ну что ты тут? Я тебя поняла. Молодец! Хорош!
взяли вилки, побежали. Я с тобой. Пойду. Нет! Блин, я сдохла, походу. Да куда всегда вечно вторые появляются? Ну ёпрасты, мне тут дуэль вообще-то. Есть пара секунд неуязвимости. Да и половина... Ты же ресаешься с половиной хп. А, по-моему, у мелких полное хп после реса. Я побежала ресать того, чтобы он не тратил медаль. А где? Мы не успеем. Давайте на Д. Ой, на Б. Как бы мне вам наговнить? Я гранаты с собой специально не ношу, блин. Жесть, у нас умерли. Я охренел! Пошел он! А, черт! Иди сюда, блин! А, это ты! Этого я не рассчитала. Откуда он спустил? А, он отсюда спрыгнул. Все. Я его не заметила. Ну, чело, ну постарайтесь добежать, ядрить. Ну что это такое? Почему я должна спасать ваши жопы? Хотите заранее пойти? А, он в Invisible, я его не... Надо отомстить им за все. Ой! Ой, блин, не получилось. Там у него... А, уже не важно. Спасибо. Я знал, что ты здесь, скотина мелкая. И свалил опять. Ну ты что, его догнать не можешь? Спасибо, но он нам спину напихает. Окно. Что со мной вообще? Ёб твою мать, вы когда-нибудь закончитесь? Да еще один там! В чем прикол? Они бесконечные. Мне нужно перезаряжаться. И они, по-моему, больше дамажат. Надо было вместе идти. Или большому челу не убегать, или мне с чилихой не оставаться там, драться. Шанс есть забрать. Я с мечом бегал, мне не понравилось. Успеем. Ой,
Они что, ушли, правда? Удивительно. Ой, все плохо. С мечом надо брать инвиз. А, нет, надо брать рывок. И тогда норм. Но мне не нравится анимация меча. Хочет впрыгнуть, кобри. Идемте на Д. Убьют чела сверху, они будут нас обстреливать сверху. Не хватило из-за того, что мы вместе умирали. А мы сегодня уже поиграли мега геймер. Так, ну, думаю, я наигралась. Выместила все свое, весь свой гнев, кто еще не зафоловлен. Фоловьтесь, чтобы мы с вами не терялись, чтобы мы были всегда вместе. Архив, нарезочки, записи стримов, ваши клипы. Спасибо, Сакет, что пришел. Вещь, наши партнеры, это что, Вудберг? Классический донатик, сладких снов и спасибо за стрим. Спасибо вам большое за фоллоу, за подписки и за донаты. Спасибо большое, Вудберг. Спасибо большое всем, кто сегодня поддерживал. Emotional damage. Жесть, конечно. Спасибо большое. Спасибо вам за все. Сегодня был очень классный, чуловый, одновременно драматичный день. Потом с вами пострелялись, немножко развеялись. Спасибо вам за компанию. Вы самые лучшие булочки. Увидимся в пятницу. На Амогус Окопнице. Вот. Фоллоу обнимаю. Запрыгивайте к Дангарчику. У него будете дальше чилить. Все. Все. До скорого. Люблю, цело, обнимаю. Пока-пока. Все. Едем чилить.